просто невозможно себе сегодня представить, что вообще кто-то поисковой системы снимет себе ролик с таким сюжетом. Закурить не найдется? Найдется все. Поисковая система Яндекс. Год 97-й, когда я познакомился с Аркадием и с Ильей, и они рассказали, что вот собираются поисковую систему выпускать. 23 сентября 97-го года торжественно открыли страничку в интернете под названием Яндекс с русской буквой Я. С 2002 до 5-6 мы жили припеваючи, росли, становились из стартапа такой взрослой компанией, переезжали в новый офис. В общем, жизнь была как-то казалась легкой и правильной. Потом на рынок пришли другие игроки. Google пришел по-серьезному. И мы ощутили серьезную конкуренцию. Яндекс довольно взрывообразно рос долгое время и уже стал очень большой компанией, а процессы были все еще стартаповские. Ну и выяснилось, что у нас в плачевном состоянии все. Мы стали делать наш первый большой релиз поиска. И мы решили, что они будут называться городами. Первый город мы выбрали — Магадан. Магадан мы выбрали, потому что мы решили, что именно туда мы поедем, если мы не сможем сделать поиск достойного качества. Поисковая строка осталась в том же самом месте. Вот как ее туда поставили, так она с тех пор там и стоит. И, в общем-то, вряд ли кто-то что-то в ближайшее время радикально другое предложит. Человеку снаружи невозможно объяснить, как работает поиск Яндекса. У него может создать впечатление, что он понимает, как это как бы работает, но на практике он, конечно, это не поймет. И внутри компании года там с 2007-го нет ни одного человека, который целиком понимает, как работает поиск. Эльфы прячутся в проводах, находят нужные документы и подсовывают вам. Иногда шутят и перемешивают документы так, чтобы им тоже было чем развлечься. Если серьезно, то технология Палех или вот довольно значительное ее расширение Korolyov, которую мы запустили только что, это система, которая позволяет буквально понимать тексты. Волшебство поиска в том, что чем дольше мы работаем, тем ближе алгоритмы поиска подходят к истинному пониманию смысла текста. Сегодня с машиной хотят разговаривать как с человеком. И если вы задаете, в общем, в простой человеческой форме какой-нибудь вопрос, ожидается, что машина вам, во-первых, даст ответ, во-вторых, заодно еще и пошутит на эту тему, например. Якобы умные машины, которые у нас сейчас есть, они, значит, ничего не хотят. Ну, или они хотят то, что мы от них попросим. Но это ключевой момент, как бы до тех пор, пока они сами чего-то не захотят, мы в относительной безопасности. И, в общем, любая технология, она открывает нам много возможностей, хороших, и плохих, и это зависит от нас, как их применять. И в этом смысле искусственный интеллект такая же прорывная технология, как какой-нибудь там динамит или самолет, или интернет.